Я второй день встречаю рассвет. Это так круто на самом деле. Опять вулканы. Петухи орут. Ну, как бы, чтобы вы знали, время 6 утра. Орать они, правда, начинают еще. Во сколько? В 4. Ничего. Я даже привыкла. Ой, не знаю, видно вот месяц. Месяц тут как этот самый, как смайлик, как улыбочка. Он смотрит вниз тормашками. Это меня всегда очень радовало. А я как всегда, у меня на Бали действует правило. Если вышла из дома, не забудь взять с собой зубную щетку. Есть шансы, что я не вернусь. Но нет, сегодня это запланированный побег. Я еду на Букит на 2 дня к своим девочкам, к Наташе и к Марине. На передорожке я решила позавтракать. Приехала Евгения. Евгения сегодня болеет, поэтому она в шарфике и в очках. Нет, на самом деле тут холодно просто. Да, тут холодно. Саша ходит в шортах, мерзнет и прикидывается, что... Не, я в джинсах, я вон, смотрите, я в джинсах. Даже такие же шорты. Вот Евгения считает, что тут плохо и не надо к нам сюда ехать. Да. У нас тут ужасно, мы поддерживаем, да. Вот. Короче, сейчас что-нибудь выберем вкусного. Это Веспа, Веспа кафе. Боже, это ты купила? А, джинджер ти, сироп. Ой, это такая гадость, но помогает. Вот, не, я сейчас выберу что-нибудь вкусное. Пасту, наверное. Вот, позавтракаю и поеду к Натахе. Евгении принесли ее джинджер ти, а мне принесли камбучу. Знаете, что такое камбуча? Это вообще меня так порадовало. Иностранцы, они так восхищаются, говорят, это такой напиток, короче. Это такая интерпретация нашего кваса. Ну, такая не очень похожая. Ну-ка, Евгения, скажи. Не похожа? Не похожа. Не может быть такого цвета. Не может, это они тут разбавили со льдом. Совсем сейчас попробую. Да, ну у меня, короче, квас со вкусом яблока и имбиря. Ну, в общем... Своеобразный очень напиток, но вообще вкусный, кстати. А что? Я пью. Ну, как бы, я бы могла передать вам запах. Вот я очень страдаю, что запах нельзя передавать, да. Потому что пахнет это... Зубной пастой. Зубной пастой Colgate, реально, она это пьет. Но, ну, теоретически это помогает. Ну, проверим, я через 2 дня вернусь, посмотрим. Да. Если я жила, ну, как бы, посмотрим. Если мухи летают, как бы... Значит, и не помогает. Мухи летают над зубной пастой. Ну все, приехала еда. Евгений наворачивает pumpkin soup. У меня паста песто. Жизнь удалась. В общем, все. Сейчас шлем одену. На длинные расстояния я всегда езжу шлем. Вообще, я в принципе очень часто езжу шлемом. Это я так иногда выпендриваюсь. Я приехала к Натахе. Она работает в крутом отеле Grand Nico. Сейчас все мы барахлище соберем и пойдем меня ныкать. Пойдем загорать. Пойдем загорать? Я работаю через 1.5 часа. Ну так что, часик позагораем и потом работаем. Во, все, мы загорать. У Натахи апу пена вообще. Но как бы ей нельзя никого приводить. Вот смотрите, у нее огромная кровать, а водить никого нельзя. Представляете, а? Я нарушила это на прошлой неделе. Наташа, все будут знать об этом. Вот, ну меня тут ныкает иногда, но не на ночь. Так, сейчас мы переоденемся, пойдем загорать. Натаха мне сделала подарок. Это наклейки. Наклейки, я так хотела такую штуку. Все, сейчас я наклеюсь, я буду красивая, красивая, блин. Слушайте, вот как это, знаете, вот бойтесь мечтать, они сбываются. Вот прям вот раз. Я вот только вчера думала, что мне такую надо. О, как у перышки хочу. Перы. Нет, не знаю. Нет. Знаешь, как это сюда надо оставить напоследок? Давай сначала одну какую-нибудь говняшки встую, чтобы вдруг не получится сделать. А перышки, когда научим. Мама, перышки. Натаха. А сердечки? Сердечки тебе? Да, ну хера мне сердечко. У меня тоже. Поэтому я ему скажу, что мы едем к нему на Happy Hours. И заодно приведем рекламу. Прекрасное место. Короче, бухать. Он придет. И все равно нас напоит. Так что я все придумала. Просто надо понять, это красиво. Скажи спасибо, что он не говорит по-русски.
короче, что, круто, да? Я Натахе тут оставила каких-то очень вещей. Маленький. Вот, а она теперь мне подгоняет сейчас. Вот, это же я платье хочу. Не майку, не юбку, хочу платье. Давай, что ты уже относила? Далеко у Натахи гардероб. А еще у Натахи вообще покажу. У нее тут, короче, есть ящик с трусами. Знаете, какой я... Блин, не дала. Не надо, ящик с трусами пока. Нет, знаете, какой крутой ящик с трусами? Ну ладно. Будет. Останется у вашей фантазии. У меня есть Инина платье, но я его не ношу. Хоть. А, Инина платье. Да, давай, Инина платье. Что? Инну вспомним. Инчи, твое платье. У меня есть такое индийское платье. Хоть? О, такое хочу, да. Такое хочу. Блин, а как я все повезу? Пипец, мне, ну, короче, нужно будет вместе с вещами привязывать байку. Есть у меня вот такое платье. А, у меня еще рюкзак. Охрененно красиво сидит, но оно мне надоело. Ну, коротенькое. А, давай, давай. Еще что-то. Класс. Вот вы говорите, как живут путешественники? Вот так приезжаешь, подружку обдираешь, а там что-нибудь уносишься, отдашь ей. Удобно. Да хватит мне. Я люблю, короче, к девочкам в гости ездить. Вот Наташа прям вот девочка. Вы видите вот это вообще просто? Натаха, я сейчас накрашу синие тени, мне кажется. Или здесь одни синие, другие зеленые. Сейчас знаешь, как мы... Все, сейчас я все сделаю. Мне надо, чтобы тебя не запомнили здесь. Чтобы... Это невозможно. Так вот, про отели вы спрашиваете. Вот это вот Ника. Гранд Ника. Вот видите, это мой с обзорной башни. Супер белый песочек. У них тут нету волн. Так вот у них красиво. Если вы там с детьми собрались, мне кажется, вот вам сюда. Тут такой крутой отель, что даже до моря мы поедем на лифте. На самом деле есть фишка, что на Бали, короче, нельзя строить выше пальм. Типа самого высокого храма, я думаю. Нет, все-таки. Пальм. Выше, окей. Выше пальм нельзя строить. Вот. А этих японцы, да? Mm-hmm. Японцы, владельцы Ника, они хитрые чуваки. Они, знаете, что сделали? Они взяли и со скалы вниз построили. То есть они как бы не выше, но они как бы значительно ниже этих пальм построили. Вот, а вообще, ну, не, мне тут нравится, тут классно. Оно постоянно павды. Как и я могу упасть на так, это дерзко водит, сейчас я вдруг снимаю его, как космонавтик. Наташа умеет чистить шест. Я, честно, я не знаю, тут. Ух. Тебе тоже надо. Мне тоже надо взять штуку и чистить. А, смотрите. Ой.
Натаха может залезть. Ну, вообще, в принципе, Натаха, подожди, продолжай. Продолжай чистить шесть. Я нашла хороший ракурс. Блин, не, ну... Надо выбрать, да, какой-то шест, какой я хочу. Так, ну вот эта обезьянка полезла. Ну давай. Я тут сзади, на меня красиво. Выпендрилась, да, крутящаяся взяла. Короче, непонятная фигня. Мне кажется, я буду как сосиска болтаться просто. Ну что, мы назанимались, на самом деле. Натаха сказала, что я не самый потерянный вариант. Типа, что у меня даже там что-то еще получается, даже там держать свой вес хотя бы руками. Вот. Вообще, кстати, интересно. Я думаю, что надо продолжить. Вообще, в принципе, я хотела какой-нибудь увлекательный фитнес. Одно смущает, у меня на ногах натерлись мозоли. Говорят, никто такого не видел. Я не знаю, у вас вообще кто-нибудь, кто занимается полденсом, у вас был такой опыт, чтобы у меня прям вот такие вот мозоли были? Ну вот, не занимайся, она так-то довольна. Я очень довольна, я наконец сделала то, чего не делала раньше. Прикинь, она может висеть не с головой, без рук. Не, без рук я могла вот так, чтобы еще ножкой держаться. Ну, ножкой. Короче. Короче, за 2 месяца она научилась так делать, вот. Значит, ставим цель, чтобы через 2 месяца я вот так вот висела. А Натаха, я не знаю, она, наверное, вообще будет просто там шест гнуть в зигагулину, не знаю. Смотрите, крокодил. Блин, вы представляете, вот что за люди? Огромное-огромное чучело крокодил. Лапу ему куда сломал. Фум. А мы идем, короче, в индийский ресторан. Называется... Getaway в Индия. Натали сказала, что тут вкусно. Hi. Authentic Indian food. Вообще, я, конечно, такой знаток индийской кухни. Я только знаю, что тут есть куча вегетарианских блюд, но вот, не знаю, сегодня, наверное, будет чечевица, это лентил. Да. А, еще с Натахой решили зашарить панир. Натаха, ты что будешь? Я буду курицу. Сейчас не могу попробовать. С чем? Не могу выбрать пока что. Мне очень нравится, как индусы приносят еду. На всяких таких мисочках. Так все круто. Тут ведерки моя, чечевичка. А Антохи курятина. Очень, очень люблю. Очень красиво. Сейчас будем пробовать. Вкусно, а ли нет? Вкусно. Попробовать. Ну, я не знаю, можешь переживать, можешь быть красивой. Хочу попробовать свою чечевицу со шпинатом. Когда я была в Индии, я не могла там ничего есть. Было супер острое. Когда была в Индии? Лет 8 назад.
терпеть. Я не была в Индии еще. Да, ничего там делать. Нет, я хочу поехать. Я хочу поехать в Раджастан пофоткать. И еще если куда-то так, там. Да, в Львове есть нечего. Да, ну, может, 8 лет назад нечего. Ну, кстати, вкусная чечевица со шпинатом. Главное, полезно. Так вкусно? Очень вкусно. Для любителей. Индийской кухни. Как называется? Getaway of India. Ну, они везде есть. Меняют их. Да. Но мы сейчас на Дейнапуре. Я люблю эту улицу. Я вам позже расскажу, почему. Я сюда танцевать езжу. Мы тут кошаков подкармливаем. На сосисочку. Представляете, я покормила ее беконом, вот эту вот засранку. А она теперь сосиску, ну кинь ей. Не хочет. Представляете, зажралась. Ну мявкает так. Блин, она полезла под диван. Она сюда вылезет, она тебя хочет. Меня хочет. Я буду кормить. Кстати, может просто хочет секс. Киса, будешь жрать? Ну нихрена себе, киса. Киса. Ну на, иди. Нет, походу киса не жрать хочет. Она по-моему беременна. Ну на. Да? Потом эта девочка. А, ну правильно. Ну на, ешь, ешь, не боись. Она боится просто. У меня вкуснее. Короче, делаю мечту, мы тут и проснулись. Не, на самом деле надо как-то... Не знаю, научиться все-таки записывать. Утреннее видео? Нет, вечернее. Но вчера было бы смешное вечернее видео. Ну да ладно. Все, как обычно. Проснулась, собралась. И боюсь. Поехала на работу. Ничего не подумайте, все очень прилично. Прилично? Да. Ну, типа, а теперь зачем записывать? Типа, доброе утро!